И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике попробуем в ZBrush сделать, значит, дом для локации Агробы. Будем делать, значит, с куба. Вытягиваем куб. Делаем Edit Make Polymesh. Shift, левая кнопка мыши, выравниваем. Ctrl D. Ну, в принципе, все. Углы сглажены, да? Так, теперь. Чтобы нормально с этим делом нам работалось, давайте сделаем DynaMesh. DLower подразделение удалим. И DynaMesh, ну, чуть-чуть, вот так, наверное. Оно, да, многовато, но потом будет ZRMesh делаться, будет все нормально. Так, следом что? Делаем сразу чуть-чуть пошире все это дело. Вот так. Теперь, как бы все это дело обыграть, добавляем так, добавляем сюда окно и на ту сторону 2. Значит, как добавим окно? Ctrl, круг. Так, выберем какой-нибудь поровней, постараюсь сделать все это дело. Ну, как-то так-то. Так вот, с двух сторон будет, значит, по одному окну. Теперь нам нужно сделать Ctrl. Выбираем обычную кисточку. Теперь Ctrl-Alt. Все это дело маскируем. Угу. И как бы все это дело нам обыграть. Теперь сделаем X симметрию. И Ctrl. Ну, чуть-чуть аккуратненько. Так, Ctrl. Alt. Выравниваем. Делаем сразу же Geometry Mirror. Вон, уже поровней. И теперь попробуем сделать Ctrl-I. Как это у нас вдавится, значит. Вот. Вроде бы окно похоже. Так, теперь. Так. Теперь нам нужно добавить подоконник. Подоконник можно добавить тоже маскированием, чтобы не добавлять дополнительный куб, да? Чуть-чуть побольше. Так. Делаем Ctrl-I. Делаем растяжечку. И назначим, значит, Ctrl-W полигруппу, чтобы потом можно было все это дело покрасить. Делаем DynaMesh, чтобы... Так, вот, все нормально. Сетка уплотнилась. Но дом какой-то узкий, да? Давайте Ctrl-I. Растянем, значит, наш дом до нормальных таких габаритов. Так, есть такое дело. Уменьшим DynaMesh. Что-то многовато он тут полигонов делает. Теперь добавим. Так, дом будет проходной. Так, давайте еще вот тут его растянем. Во, пусть будет пошире вот так как-то. Теперь можно сделать дубликат. Ну, давайте доделаем сначала какую штуку. Вверх вот так вот замаскируем, сделаем Ctrl-I. Сделаем, значит, скайл. Ну, как портик такой, да? И чуть-чуть его кверху поднимем, чтобы как бы, ну, мягкость была и косина. Опять делаем DynaMesh, вот 289 тысяч полигонов. Уже получше. Так, следующий вариант какой?
Можно сделать тут какую штуку, да? Делаем дубликат. Так, а что у нас тут с флур? Потом, ого, большая будет модель. Давайте все это дело. Значит, выберем модельку, поставим транспоз. И всю модельку, значит, прям по конкретике уменьшим. Потому что, ну, это будет жесть, если сейчас полный дом делать на такой маленькой. Короче, будет очень большой дом. Вот. Так, теперь, вот теперь делаем дубликат. Теперь, значит, какую штуку? Верхний отключим, топту. Сделаем x-симметрию, отключим. И попробуем зеркалить, значит, вот эту часть дома. Вот. Пусть будет таким образом. И чуть-чуть пусть будет побольше, значит, окна. Так. Теперь включаем второй так, первый дом. И этот дом выравниваем по земле, вытягиваем, значит, как бы вот таким образом, да? Так, теперь что еще тут нужно сделать? Нам нужно теперь выбрать первый сабтул, да, сделать ему дубликат, x-симметрию отключаем, чтобы его не потянуло. И ставим его как бы на угол. Ну, можно на угол не ставить, можно увести чуть-чуть, чтобы он как бы торчал. Вот закутки тут можно какие-то попридумать, да? И теперь в чем вопрос? Нам понадобится теперь Ctrl замаскировать вверх вот этот весь дома. Вот так. Снизу можно Ctrl-Alt вычистить, чтобы не было у нас, значит, здесь, как ее называют, маски. И делаем Ctrl-I, инвертацию. И все это дело. Так. Повыше вот так поднимаем. Делаем Dynamesh. Ух ты. Ctrl-Z. Dynamesh маловато. Вот теперь нам нужно прибавить. Так, Ctrl-Z маловато. Потому что модель стала меньше. И теперь нужно ползунок ставить больше. Вот. 140 нормально. Так, это дело есть. Вытянули. И теперь нам понадобится второй сабтул. Так, где он тут? Вот он. А, это вытянутый второй сабтул нам понадобится. Делаем ему дубликат. И нужно вот этот второй сабтул, значит, поставить на вот это место наверх. Так, ну это будет многовато. Сделаем scale. Вот так. Сделаем еще раз scale. Подтянем его. Выровняем. И все дело перекроем, постараемся портиком, да, но здесь вот можно еще растянуть вдоль, пустого камня. Так, и теперь делаем портик. Вот это все дело маскируем, делаем Ctrl-I, делаем, значит, ему scale. Ну вот, уже симпатично. Так, наверху, смотрите, делаем большие портики. Делаем Ctrl-I.
уводим крышу чуть-чуть вглубь. Так, ну что такое? Опять надо прибавлять. Так, есть такое дело, да? Прикольно. Так, теперь нам понадобится то же самое сделать вот здесь где-то. Снизу Ctrl-Alt очищаем, делаем Ctrl-I. И значит немножко опять же углубляем. Повышаем Dynamesh, но чтобы опять же у нас ничего не развалилось. По 100 тысяч полигонов пока будет достаточно. Так, теперь через Alt выбираем этот Subtool. Делаем портик и Ctrl-Alt. Можно здесь вычистить. И Ctrl-Alt вычищаем тут. Снизу Ctrl-I. И давайте опять это все дело уменьшим. Ctrl-Z. Вроде Dynamesh уже я поднастраивал им. О, нормально. Так, ну что? Ну, хата по-простому, да? Так, теперь давайте добавим Ctrl-Alt и, значит, выберем опять же нашу сферу. И сделаем очистку Ctrl-Alt. Пробел выбираем и делаем уменьшение обрезку. Ну, чуть-чуть, да. Не Alice Good, но все равно. Так, Ctrl-Alt. Побольше выровняем. Делаем Ctrl-I. Делаем, значит, Scale. Делаем смену, заменяем сетку. И теперь цельный портик, наверное, вот такой добавим на два окна. Так, делаем Ctrl-I и теперь скайл на расширение. Ну что, прикольно. Так, все, конечно, хорошо. Так. Ну, вот такой будет дом Агробы, да? Ну, тут разные варианты можно добавлять. Еще там центральные входы, где-то что-то потом обрезать. Сейчас сохраню вот эту модельку. Потом окрасить все равно по отдельности. Потом крашеную сохраню. Потом все это дело объединится. И, в принципе, должен дом получиться. Так, добавим. Так, так, так. Нам понадобится свод. Свод нам можно сделать с какой штуки? Свод можно сделать, добавить. Угу. Ну, давайте новый Subtool добавим. Цилиндр. Не будем его подразделять. Зайдем в Inflat. Alt. Посмотрим, что ему тут можно сделать. Так, Ctrl-Z. И сделаем ему
пустоту. Так, я забыл, где она делается. Это пустота. Это подразделение. Сужение. Уменьшение. Сужение одной части. Так. Во, свод. Выравниваем. Все, вот теперь делаем Make Polymesh, заходим на наше здание и добавляем, так, Subtools, Append, добавляем вот этот наш пустотелый Subtool. Мы его теперь перекручиваем и уменьшаем. Теперь мы его можем сплюснуть как нам надо. Насколько надо, и подгоняем там, где будет вот этот именно свод. Ну, как-то так-то, да? Угу. Свод есть, теперь мы его Ctrl-Shift обрежем. Сделаем ему DynaMesh. Маловато, чтобы опять же ничего у нас не распадалось, но смягчим его Ctrl-D. Ну, в принципе, что? В принципе, пойдет, да? Нет, Ctrl-Z, пусть будет ровный. И тогда поменяем ему сетку. Так, теперь что можно сделать? Чтобы ничего не удалять, не добавлять новый Subtool, мы просто его вот так вот замаскируем. И вот это Ctrl-I. Так. Ctrl-I. Просто приподнимем, насколько нам надо. Потом сделаем всему этому DynaMesh. Сетку переделаем. И потом, значит, все это дело аккуратненько обрежем. Там не вариант, но правильно? Так, теперь выбираем вот этот дом. И, значит, делаем ему дубликат, и значит все это делаем, перетягиваем на эту сторону. Так, теперь Alt, левая кнопка мыши, делаем дубликат вот этой части и перетягиваем на эту сторону. Все, вроде бы у нас как такая арка получилась в городе. Здесь будет поворот, и здесь будет город, а это просто будет арка, переход, ну, на другую локацию, допустим. Так, ну, что-то в этом духе. Но этот дом, ну, значит, вот это здание не для бродилки. Если для бродилки, надо делать пустотелое внутри. И, значит, делать двери, делать лестницы. Кстати, лестницы можно, кстати, и добавить, да? Ну, давайте добавим лестницу. Так, а куда мы ее подставим? Ну, где-нибудь тут, наверное, давайте. Делаем append, добавляем опять же куб. Выбираем Alt, левая кнопка мыши, куб. Делаем им Ctrl-D. Уменьшаем. Уменьшаем. Сплюснем. Это будет, значит, первая ступень. Где-то вот тут. Теперь Ctrl зажимаем. А, пардонте, у него включены сабдивизии. Ctrl. Перетягиваем. Ctrl вытягиваем. Перетягиваем.
и так далее. Снимаем маску, типа Ctrl, давайте всю вот эту ступеньку перетянем. Так, Ctrl еще раз перетянем, подгадаем, так, Ctrl Z. Так, и теперь получается, лестница у нас присутствует, мы ее подгоняем к стене. Все, даже лестница с площадкой. Так, площадку можно еще увеличить. Так. Ctrl-I. Мост вытягиваем. Так, теперь у дома Alt, левая кнопка мыши, выбираем этот дом. Попробуем, значит, вот эту часть замаскировать как раз. Но вот эту часть Ctrl-Alt нужно очистить. Так, Ctrl-Z, X симметрию отключаем. Ctrl-Alt, очищаем. Делаем Ctrl-I, плюсим, давим, уменьшим. Так, DynaMesh сработал. Теперь нужно лестницы тоже сделать DynaMesh. О, это слишком, видите, развалилось. Ну, как-то так-то. Так, ну и все, тут теперь такая штука. Нужно же добавить теперь балки, да? Ну, с балками тут будет попроще. Делаем append, добавляем куб, добавляем, значит, делаем кубу scale, вытягиваем этот куб и делаем у scale, чтобы как бревно было, да? Подгадываем под размер дома. Так. И вытягиваем побольше. Так, большие нам не понадобятся. На нашу просто с дома бревна торчали. И значит... Вот таким вот образом. Теперь Ctrl. Ну, узко не надо, много. Так вот. Через Ctrl в разнобой. Так, на этот дом поставлены. Теперь делаем, значит, что? Ctrl, вытягиваем балку и, значит, тянем на другой дом. Ну, чтобы на одном саптуле уже были они. Так, это пусть поменьше торчит. Но, опять же, чтобы персонаж потом мог в случае чего цепляться, допустим. Если будет делаться какая-то анимация, да?
Так, теперь Ctrl. Здесь можно как бы в разнобой как-нибудь тогда. Ну, такая штука. Теперь снимаем маску и попробуем вот эту часть замаскировать. Делаем Ctrl-I и перенести, допустим, на это здание. Так. Ну, вот площадки есть, все есть. Теперь нам остается, лестница будет отдельно, чтобы потом можно... Ну, в принципе, можно их сделать и отдельными, чтобы потом можно было компоновать. Из них делать разные какие-то вариации. Меньше, больше, да? Длиннее. Так. Давайте их теперь покрасим. Значит, находим текстуру импорт. И находим... Так, вот эту текстурку. Находим, ставим теперь материал белый, уменьшаем, делаем прозрачность поменьше, чтобы глаз не мозолило, да? Так, и теперь получается на кисточку стандарт RGB ставим, Alt, переключаемся на нашу вот эту вот. Ага. И добавляем один цвет, чтобы сильно такого не было, да? Там магроба, по-моему, сероватая. Здесь вот так вот чуть-чуть. Короче, оставляем вот эти вот все сколы, а это вроде бы штукатурка. Так. Лучше еще так текстурку давайте песка добавим. Вот, по-моему. Так, текстурка другой хрени. Вот. И нахлёстиком так. Вот. Ну тем, как сказать вам, да? Тем вам не прикольная текстурка. Так, теперь. Shift Z, выбираем какое-нибудь место этакое. И красим нашу, значит, вот эту штуку. Так, ну вот здесь вот теперь в чем вопрос? Нужно вот эти окна аккуратненько, значит, ну хотя бы постараться замаскировать. Делаем Ctrl-I, цвет C, возьмем затенение. Так, делаем Ctrl-W. Теперь мы можем окна скрывать. Все, зашибись. Поворачиваем боком Ctrl-Z. Так, тут бок пусть более-менее нормальный будет.
на другое здание переключаемся. Так, здесь уже чуть-чуть сероватость какая-то, да? Так, ну а здесь давайте, чтобы кирпича поменьше было. А то, ну что ж он. Что ж у них вообще такая нищета, что ли? Что плесень везде. Так, вот эти текстурки я оставлю потом, значит, в группе с модельками. Удачные попались, и вроде бы по цвету подходит. Вот чуть-чуть влажности плесени. Так, сюжет. Можно вот этот красный камень заменить его цветами родными. О, так будет поприкольнее. Так, низ. Низ просто пусть будет осыпано. Так, теперь тут не надо, чтобы попадала такая текстурка. Здесь уже чуть-чуть покрасивее сделаем. Но это на закоулке. Давайте чуть-чуть добавим гадости какой-нибудь. Так, и что? Теперь нужно с этими окнами. Вот сразу, значит, не назначил я им полигруппы. Вот теперь нужно их. Каждое окошко будет маскировать. Ctrl W. Ну а здесь потом можно и решетки добавлять, там всякую штукенцию. Что-то этакое. Ctrl W. Теперь включим Shift, левая кнопка мыши, все видимость вот этой штукенции. Сделаем C. Ctrl Shift, левая кнопка мыши. Позакрасим то, что вот это намаскировали. Так, те окна где? Ну, вот таким образом можно делать аграбу. Теперь Ctrl-Shift, Alt, левая кнопка мыши.
Так, вот такая получилась штукенция, да? Теперь тут еще окна замаскировать. Ctrl-W. Так, и что с лестницей у нас теперь? Ctrl-Shift. Левая кнопка мыши. Ну, неплохая вышла. Так, теперь доски. Выбираем доски, находим текстуру досок. Так, ну вот они, да. Так, и теперь Shift Z. Alt. Выбираем наши доски, уменьшаем нашу текстурку, уменьшаем кисточку. Так, маску снимаем. Так, и тут то же самое, значит, чуть-чуть увеличиваем, чтобы текстура более похожа была. Можно, конечно, их подразделить, чтобы почетче было. Если сделать сейчас, смотрите, Shift Z геометрии и побольше Dynamesh, это мало. Прям побольше. Так. Ctrl-Z. И попробовать теперь. Это дело покрасить. Вот уже получается получше.
Так, а если мы теперь, чтобы обыграть судьбу, значит, вот этому сделаем delete, а вот этому сделаем дубликат. И этому сделаем, значит, delete. А этому сделаем дубликат. Немножко развернем. Посмотрим, чтобы все это дело ровненько было. Относительно, да? Так, теперь давайте сделаем свод. Shift Z, Z. О. Ctrl-D, Ctrl-D. Так, ну вот такая получилась штука, да? Теперь, значит, смотрите, можно как сделать. Значит, так, маскинг находим. Где он тут? UV masking. Must be color, must be intensive. И теперь так. Во. Но это уже реалистичнее будет. Снимаем маску и вот этому дому тоже must be color, must be intensive. Чуть-чуть реалистичности. Вот. А если теперь еще раз добавить, только в эту сторону растянуть, то и тут будет реалистичность. О. Так, теперь вот этому. И вот этому. Чуть-чуть тянем, много в принципе не надо. Так, ну а здесь вот сверху Z, Z. Must be color, must be intensive. И поднимем чуть-чуть кверху. А ну-ка. Как раз у нас получилась шероховатость. Ну да, лучше шероховатость. Так, ну и это тогда окно, а что? Вот это вот тоже.
О, зацените, как все это дело выглядит. А теперь как можно сделать? Смотрите. Shift. Уменьшаем интенсивность шрифта. Кисточку чуть побольше. И где-то чуть-чуть смягчаем. Можно на первых этажах. Ну вот, чем вам не AgroBDN? Так, вот это вот надо еще. Здесь можно побольше выгладить. Там я не нарисовал текстурки. И то же самое делаем с бревнами. Смотрите, убираем бревна. Интенсив. И делаем им... Так, где она тут? Вот тут будет уже чуть-чуть сложнее. Потому что они находятся как бы на одной оси, не на одной, короче. И получается, будет в бок их утягивать. Не, ну все равно получше. Ну да. Так, а теперь если на окна нарисовать какие-нибудь там, я не знаю, причиндалы, то будет вообще бомба, да? Так, тут же мы разворачивали, да? А. Ctrl-W. Так, ну, таким образом можно делать, значит, город Агробу. Вот с окнами тоже нужно подыскать какую-то текстурку. И потом это все дело затекстурить. Ну, в принципе, темное пойдет, наверное. Там чуть-чуть какой-то цвет подыграть. И все будет классно. И можно делать вот уже эту штуку поставить. Вот у нас еще дома будут компоноваться, допустим, там где-то крышу можно добавить, колонну, как эту, как ее называют, мечеть вот эту, да, как ракета вот эта штука. Вот такая, агроба. Все, всем пока, до свидания.